Учеба и творчество – две вещи вполне совместимые, решили власти Саратова, и в одном здании объединили классные занятия и досуговые кружки. В 44-ю школу переехал дом детского творчества «Солнечный». Как новоселы устроились на новом месте, приехал узнать глава города. Подробности в нашем репортаже. Петь и танцевать в школе номер 44 Ленинского района теперь будут чаще и громче. Сюда переехал дом детского творчества «Солнечный». Прежнее помещение в двух остановках отсюда отдали детскому саду. И теперь на первом этаже школы драм-кружок, кружок по фото, всего 55 направлений. Глава города Олег Грищенко пришел узнать, как кружковцы устроились на новом месте. Лепим дымковскую, филимоновскую игрушки, свистульки делаем. На новоселье полагается приходить с подарком, и глава города дарит хореографической студии «Асоль» сертификат на 2 цифровых фортепиано. Заглянул к спортсменам. Гордость новоселов – новый борцовский зал. Здесь занимаются более 100 детей. Общей физической подготовкой и греко-римской борьбой. Получается у вас? Да. Что, прям умеете бороться уже, что ли? Да. Ну, не совсем, мы пока просто учимся. Я занимаюсь акробатикой. Мне нравится акробатикой. Мне нравится делать колесо, шпагаты. На мостик вставать. Здесь, да, здесь намного лучше. Ну, во-первых, здесь подготовленный зал, и, в общем, все рядышком, и переодевалочки есть, и есть душевая кабинка. Там этого ничего не было, там был просто зал. Раньше в этих помещениях располагались мастерские и школьная библиотека. Дому творчества на ремонт и покупку инвентаря городской бюджет выделил почти 6 миллионов рублей. Сейчас в Ленинском районе всего 2 дома творчества, и глава города обещает приложить к развитию дополнительного образования дополнительные усилия. Более 2000 детишек занимается в Доме творчества. Причем вот в разных направлениях – и музыка, и спорт, и рисование, и что только нет. И танцы. Такие вот направления, их нужно в городе развивать. И чем больше мы таких домов творчества будем делать, тем, в общем-то, будет лучше для нашего общества. Юлия Шишкина, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов.